добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости района». В студии работает София Тхаркахова. В России сегодня день общенационального траура. Пожар в Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» в минувшее воскресенье унес жизни десятков человек. Среди них много детей. Сегодня на центральной площади аула Кашихабль состоялся реквием памяти погибших при пожаре. Репортаж Марины Хубсароковой. Страшная трагедия в Кемерово, произошедшая 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесла жизни десятков людей, среди которых и беззащитные дети. Указом президента Российской Федерации 28 марта в России был объявлен днем траура. Сегодня на всей территории страны приспущены государственные флаги Российской Федерации, отменены все развлекательные мероприятия. Трагедия в Кемерово болью отозвалась в сердцах жителей многонациональной страны. В каждом городе и населенном пункте проведены траурные митинги. В районном центре сегодня на траурный митинг собрались жители, чтобы почтить память жертв пожара в городе Кемерово. Изрезаны души, загублены судьбы, поломаны жизни цветы. Жестокостью мира растоптаны клумбы. Остались пустые мечты, и поздно метаться судьбу проклиная, им жизни букет не собрать. Но нам улыбались они, увидая, ведь дети не должны умирать. Разорвано небо лучами восхода, то утро, в котором вас нет. Никто не заметит чужого ухода и не наступивший рассвет. Осталась на память, ни больше, ни меньше, простая в линейку тетрадь и фото, где вы улыбались, конечно. Но дети не должны умирать. Оборваны мысли, пустые движения, прозрачный, невидящий взгляд, исчезнувшей жизни, надежды, сомнения и не возвратиться назад. Желанный момент, что уже не вернется. Его никогда не догнать. Оборваны нити, и сердце не бьется. Но дети не должны умирать. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. Зажгли свечи и возложили цветы. В память о погибших в небо были выпущены белые шары. Сегодня излишне приветствия. Сегодня бессмысленные слова. Сегодня мы можем только скорбеть бесконечной минутой молчания по совсем еще маленьким жертвам, их родителям, всем, кто мучительно погиб в чудовищной по своим масштабам трагедии, безжалостном пламени пожара в городе Кемерово. Сегодня здесь собрались все по собственной стихийной инициативе помолиться за погибших. Город Кемерово. Пусть слова всеобъемлющей любви, о которой успели сказать своим близким многие из погибших детей, в центре станут для нас жизненным примером на все года нашей жизни. Минута молчания. Память о погибших. Давайте возложим те цветы, которые вы сегодня принесли.
Трагедия в Кемерово – боль, которую нельзя выразить словами. Описать ее нельзя, можно только выразить соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в администрации района состоялось заседание антинаркотической комиссии, где был рассмотрен ряд вопросов. Более подробно расскажет Марина Хубсарокова. Очередное заседание антинаркотической комиссии было проведено в администрации района под председательством главы Заура Хамирзова. В работе заседания также приняли участие начальники управления администрации района, главы сельских поселений. Открывая заседание, глава района выразил соболезнования родным и близким и слова сочувствия всем пострадавшим в результате трагедии в Кемерово и попросил всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память жертв этой страшной трагедии. Всего на рассмотрение комиссии на повестку было вынесено 3 вопроса о результатах работы по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории района, о состоянии и проводимых профилактических мероприятиях, проводимых межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльске, доложил сотрудник отдела Ильдар Шемгохов. Характеризуя наркоситуацию на территории обслуживания, можно сделать вывод, что основными видами потребляемыми и распространяемыми наркотическими средствами являются наркотики растительного происхождения каннабисной группы, такие как марихуана. Значит, так, по линии незаконного оборота наркотических средств за 12 месяцев прошлого года на территории Кашхабльского района, межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльске, сотрудниками отдела было выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следственным отделением и отделением дознания было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Аналогичный период прошлого года 8 преступлений было. Всего было изъято 260 грамм наркотических средств. Аналогичный период 180 грамм. Также за потребление наркотических средств без назначения врача были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КУАП РФ 26 лиц. Аналогичный период 18. В наркологическом учете в Кашхабльской ЦРБ на конец года состояло 13 лиц. Определены также профилактические мероприятия в сельских поселениях, наиболее пораженных незаконным оборотом наркотических средств. Далее об организации и состоянии работы по профилактике наркомании и среди учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи, в том числе состоящих на профилактическом учете, рассказала начальник управления образования Асят Берзегова. Учитывая актуальность данной проблемы, в школах возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, целью которой является создание условий для формирования у обучающихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ. Ключевых элементов профилактической системы является работа с родителями, которая включает в себя проведение бесед, родительских собраний с обсуждением воспитательных психологических проблем развития и поведения ребенка, организация родительских семинаров по проблемам семьи, воспитания и антинаркотической профилактической работы, психологическая поддержка семье со стороны школьного психолога, социального педагога, оказание помощи родителям в проведении в семье тестового контроля вероятных случаев токсико-наркотического опьянения. В образовательных учреждениях района работает система по профилактике наркомании, токсикомании, ведется целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни детей. В декабре 2017 года был утвержден Республиканский план мероприятий на 18-20 годы по реализации концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде в целях предотвращения наркомании среди подростков и молодежи. С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных действий в школах района составлен план работы по профилактике наркомании, токсикомании и употреблении психоактивных веществ
несовершеннолетними на 17-18 учебный год. Главы Натырбовского и Вольнинского сельских поселений в свою очередь доложили председателю комиссии о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальных образованиях. Подводя итоги, глава района обозначил приоритетные задачи в работе комиссии в этих направлениях. На днях на базе Кашихабльской средней школы номер 2 состоялось общешкольное родительское собрание с участием представителей администрации района, сотрудника ГИБДД, председателя районного движения Адыгахаса. Репортаж Софьи Кардановой. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних рассматривается сегодня как система социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий распространения преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. Формирование негативного отношения к наркомании, табакокурению и алкоголю, пропаганде здорового образа жизни и нравственных устоев Адыгахабза среди подростковой и молодежной среды. Именно эти темы обсуждались на родительских собраниях в школах Кашихабльского района, которые проводятся по инициативе и с непосредственным участием председателя районного отделения Адыгахаса Черкесский парламент Амина Непшикуева, ведущего специалиста по делам молодежи Анжелы Тхазиплевой, секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Адама Гидзова. Первым образовательным учреждением, где прошло такое мероприятие, стало СОШ номер 2 аула Кашихабль. А ты говоришь, что будет с миним хохондом, как ожидаешь? А что? Что ты сапунешь? Значит, что дакухаешь с мимчам, но кто из газ уже с бандер? Я тебе тяну, я тебе сгубаю твои тоже. Так твоим нам. Дюжо, что не бежишь, далеко дашь сдох уже. Мы все равно, а ты сами, то ты как уж хотя на что дакухаешь? А вот ты что, скажи, западу нам тебе, то запада. В любой аптеке продаются тест волос. Стоимость их цена от 130 до 150 рублей. Вы у себя дома, в домашних условиях, можете проверить на наличие своего ребенка, курил он что-то, употреблял он что-то. Что это может быть? Многие родители уверены, что знают свои права, права своих детей, а также в полной мере исполняют свои обязанности. Но исходя из практики, мы видим совсем другое. Подобное мероприятие позволит найти общий язык, прийти к общему знаменателю в вопросе воспитания подрастающего поколения. В рамках недели детской книги в районной детской библиотеке прошло посвящение первоклассников читателей. Также в этот день работники библиотеки организовали мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения писателя Сергея Михалкова. Более подробно в следующем сюжете. Неделя детской книги – один из главных праздников юных читателей. Данное мероприятие традиционно проходит во время весенних школьных каникул и направлено на привлечение детей и подростков к чтению в свободное от учебы время. В этом году в районной детской библиотеке неделя детской книги началась 26 марта и проходит под названием «О сколько нам открытий чудных готовит книга в этот раз». В рамках данной недели в библиотеке запланированы ряд мероприятий, в том числе путешествие в поэтический мир Сергея Михалкова, посвященное 150-летию со дня рождения писателя. На мероприятие были приглашены первые классы кашихабльских общеобразовательных учреждений номер 1 и номер 2. Мы рады приветствовать вас здесь, в стенах нашей детской библиотеки. Первоклассники сегодня пришли к нам первый раз в нашу библиотеку. Вы сегодня пополните ряды наших читателей. Поэтому вам сегодня наши читатели-активисты устроят праздник. Отмечаем день рождения Сергея Владимировича Михалкова. Ему исполняется 105 лет. Вы, наверное, многие знакомы с его произведениями. Если не знакомы, сегодня вы познакомитесь, ребята. Сергей Михалков много писал стихотворений о здоровье, о режиме дня, о том, как надо не бояться делать прививки. Очень много у него стихов, которые посвящены здоровому образу жизни. И вот сегодня
наши дети проинсценируют сказку, как медведь трубку курил, как медведь трубку нашел. Так. Закинул в лес за куст свою трубку, медведь табаком и самодельно зажигал, а медведь их нашел. Стал медведь трубку курить, и все бы ничего, достал мешка прихватил. Шел как-то опушкой, встретил лису. Лису. Лиса! Миша, друг мой, ты ли это? Не видались мы все лето. Как ты, бедный, похудел, будто целый год не ел. Что с тобой? Ты больной? Сам не знаю, что со мной. Не здоровится мне что-то. Лезет шерсть, в костях ломота. Кашель душит по утрам, дурнота по вечерам. Колит сердце, в лапах дрожь. Что ж ты к дятлу не пойдешь? К дятлу надо обратиться. Он у нас такая птица. Сразу скажет, что к чему. Не ленись, сходи к нему. Вот недельку обожду, станет хуже, там пойду. Вот прошла неделя, прошла другая, стало Мише хуже. Шел он как-то оврагом и волка встретил. Слушай, Миша, Михаил, что ты делал, как ты жил? Провалились я пока, шкура стала велика. Ты хвораешь? Да, хвораю. Что с тобой? Сам не знаю, не здоровится мне что-то. Лезет шерсть, в костях ломота. Надо к дядю обратиться, он у нас такая птица. Разберется, даст ответ, да тогда, а нет, так нет. Завтра я к нему пойду. А найдешь его? Найду. Дятел на старой сосне дупло себе на зиму готовил. Подошел медведь к сосне и голову кверху задрал. Дятел, дятел, старый друг, ты спустись на нижний сук. Вата Цыгину привет, ты здоров ли? Видно нет, не здоровится мне что-то. Лезет шерсть, в костях ломота. Кашель душит по утрам, дурнота по вечерам. Болит сердце, в лапах дрожь. Видно, куришь, коль не пьешь? Да, курю, откуда знаешь? Больно дымом ты воняешь. Ну-ка, сядь под этот сук, дай-ка спину, тук-тук-тук. Да, выстукивать не просто, медведь такого роста. Нос, мне как будто бы все ясно. Не смертельно, не опасно. Накопилось легких копоть, от курения вся беда. Ты-то, Птыгин, хочешь, чтобы брось курение навсегда? Бросит трубку, зажигалку и сухим листом кисет. Не смогу, не брошу, жалко. Выполняй-ка мой совет, а не то в своей берлоге ты протянешь скоро ноги. Била зима, проехал лесник в лес за дровами. Выбрался на полянку, видит медвежья берлога, а из берлоги синий дымок вьется. Поднял лесник медведя в берлоге. А медведь от курения так ослаб, то его не вязать надо, а голыми руками брать. И отвез лесник медведя в город. В нашем цирке есть медведь, приходите посмотреть. Если кто проходит мимо с папиросой во рту или с трубкой запах дыма, Миша чует на версту. И в тот час на задних лапах начинает вдруг реветь, потому что этот запах не выносит наш медведь. Сергею Михалкову желаю всем сибирского здоровья и кавказского долголетия. Живите долго и счастливо! Дети активно участвовали в развлекательных конкурсах и викторинах. Далее работники библиотеки провели посвящение первоклассников в читатели, познакомили малышей с правилами библиотеки. Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. Софья Ткаркахова, Сергей Лабынцев, новости Кашихабльского района. В связи с трагическими событиями в Кемерово 28 марта объявлен днем общенационального траура. Поэтому районное телевидение Кашихабль отменяет на сегодня музыкальную программу. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это были основные новости уходящих дней, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.